Ну, еда, наверное, да, спрыгнула. Страны еще один появился. Хер сдал. Из дождя выйдете? Можно 60% крита. Чуть налево. Какое у тебя сегодня настроение? Налево. Машинное состояние. Давайте что с ним перед босса поставим. Крипатый звездочка, а было печенька. Косты. Блин, я не успел там дать. О, пришел. С ним умирай, умер. Нет. Если как хорошо понимать, если ты вставишь косте, ты красным загораешься. Но если ты не союзный, дождь идет. Дочка станова минус 4. Сейчас подниму, не ливать его. Рыбку поставил, кушаем. Третий столик. А, хрипнет и танчится. Все, кто не хрипатый, спикнитесь в ДД. Алекс, справа тыкнулся. Спасибо. Меточком хрипатый из луна твоя. Дальше флеш хилит рейд у ну квадрат. Кто блять спулил? Хрипатый, блядь. Нечаянно. Сейчас он умрет там. Ну как он? Все умрем сейчас. Дайте ему срез. Я встал. Давайте не будем тупить и побыстрее пройдем. Ну оно же всегда, когда не хочешь тупить, всегда хуйня какая-то, блядь. Метка на нас, хрипатый, твоя луна. Флэш, хилиш, луну, рейд, квадрат. Давайте я хилю тогда треугольник, череп, крестик. Исполин, твой череп, еда, твой крестик. Как тебе читать, шаман? Эльвира Хелл. Твой треугольничек. Квадратик у нас идет. Меня, походу, не слышно, да? Слышно. А, нет, там хилить не надо, ничего, еда. Ты просто на крестик встаешь. Дай мне какую-нибудь метку. Шмаизму. Да, 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 куб, куб. А... Тебе какую метку? Есть квадратик свободный? Давай квадратик пожимаю. Все, давай, окей.
Дайте крестик помогу. И пристабов. Ой, слушай, да, у нас есть 21-й шаман, который, ну, бесполезный. Пусть он будет на квадратике у нас лучше. А, окей. Давай, Дуат, ты, короче, на квадратике. Еще раз, по кубам. Квадратик Дуат. Луна — это хрипатый. Треугольник — это у нас шаман, рестор. Черепочек — исполин. Еда — крестик. Это кубы. По костам. Хрипатый — луна. Абуа — это треугольник. Дредфул — Дуат, короче. Черепочек. Абуа. А, я уже назначил. Кексит, кексит, крестик. А я квадратику покикаю. А уешим. Давайте эрчек на бафы, на готовность. А рестор это ты говорил, я шаман? Какой-то кубик? Нет. Шам, да, вот я сейчас хильнил его. А, ну может быть. Подожди, кто? Какой из рестор? Эльвира Хелл. Эльвира Хелл. На какую метку? На треугольничек. Ты нажимаешь кубы. Ну, я поняла, что не проблема. Ага, все, отлично. Только голос знаком, ну ладно. Как у Гудлика. То эршамов нету, то их 34 штуки. Ладно, давайте, все готовы, ДБМ ставлю. На хрипатого на пол, в кучу сбежали. Что, на эршаму зайти надо? Да. На протопало заходи быстрее. Пулять. Крепочек сразу добивайте. Исполин, давай щитов поменьше. Тебе не перехилить. Не получается. Я могу постоять вообще. Ну тут цирк случайно согрел. Або, дай бомжи. Потом хрипатый тоже, как руны появятся. Рыбку дам. По соку для начала. Я что-то почему-то не вижу. Я тоже не вижу. Ну, в районе секунд 40. Это же рыба перед носом. Сейчас запьем, успею сбегать. Блять, а как узнать, куда приход пить? А что, успею показывать, что ли? Вот тут еще припортим спить. А по хантуре бафдайте? Да. Наколдуйте честно. Кого черт там есть? Не знаю, на реакции. Ну где-то вот-вот. Пора бы. И вы не успели налить. Ну похуй. Я, блядь, чувствую, что где. Да, блядь. Ебать, блядь, чуйка нахуй. Стоять. Я, блядь, бить его. Метки все стоят. Да, все хорошо. Пиздец, я столько залосал, блядь, ударов нахуй. Я сейчас, знаешь, что подумал? Почему локов, когда много, так хорошо? В магии гер будет. Жмякать все, точно есть будет кому. Это паладин отдыхает. Я хоть заработал вот этот, 20 секунд у нас. Гер, может? 5 секунд. Он. Нажали.
Дайте гудлику, Боб. Или диван лучше. Боб, дали. Кстати, ребят, сразу предупреждаю, что если кому-то на мейн в этом рейде нужно будет что-то, и у него есть 3-4, я ему отдам 4-й. Потому что, ну, одеваем твинов и офспеки, а тут, если кому-то мейн надо, то это приор. Нажмите. Чё, опять Буря да не реагает, сука. Тут надо вставать. Его ставит, он так ставит, встает в текстуре, что это... Не попадает. Видишь, там, где волк стоит, вот это щеплен, щепок. Он там достает. На квадратике замените человека, он у него кулдаун. Хорошо, я стану. Все, заменили. Ну, кто сказал, тот отстает. Да. 5 секунд, 4, 3, 2. Нажали. Раз. Одна вспышка будет через 20 секунд. Десять секунд пишет. Две. Одна. Готовится. Рано. Нажму вместо тебя, прохиливает метки. Нажали. У дальних нет прохила. Хорош. Блять, ебало просто. Пиздец, блять, хуя не тело, блять. Да я уже, блять, сколько кормлю его, недель? 7. Подождите, мне надо. А, я все. Мне надо, жмет кнопку приора 0. Мне надо. Да. Если надо, то на распыл не кинешь. Я думаю, флеш там себе еще и оденет. Он холипала мейнит сейчас. Ну, собирает, по крайней мере. Колечко нормальное за квест. Я бы тоже себе взял. Да, давайте сразу Т4 тогда. Варприз друид. А как гаснит и пришел, ему бы этот чест, у него было бы 4 Т4. Да-да, мне или чест, или плечи тоже. Так, обува вот, я так понимаю, что вам обуем на офспек? Понимаю, что это я ДК, а токен не ДКшный. А, сейчас. А было просто так ролит все, что ролит. Три соточки. Блин, кексит. Да, Void. Стоп, а почему у меня приора? А что там не заполовину, а второй? Не-не, все нормально. Я
на РТ пару раз, но типа, почему у меня приора 0? Не знаю. И на ту РТ я ходила, получается. Она ходила на РТ, а потом срез пару раз, и все. Подождите, мы только что Магеридона убили. А какого хуя у нас уже люди, блядь, возле Грула? Как так быстро? Это называется ренегаты. Спидхак. Понял. Подбери, если надо, это кольцо. Блин, это ж когда было... Посмотрите, сейчас подойду. Можно было сделать... Не, ну... 20% среза в ноль не срежет ЕПшку, приор. Да нет, там, я... скорее всего, 3 раза сделала. Да, 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 да. Ну, скорее всего, так. Знаешь, помнишь, какого числа? Нет. Меня тогда выкинуло из гильдии, потому что меня случайно... Ну да, да, естественно. Ну что надо было делать перед разом? Блин, ладно, я восстановлю, только ну давай не прямо сейчас. Окей. И приор тебе. Перчатки никому не нужны. Кто может распылить? Оптик, по-моему, ты пылишь. Держи. Я тоже пылю. Ну, уже поздно. Что там, на уф не за половину, нет? Прием, прием. О, да боже мой, ну Войд. Ой. Ну душишь, ну держи, держи. Раз, два, три. Душил бы, если бы попросил одной цифры скинуть. Как и снипу надо слот оставить. У меня хули прист, короче, дает 15к хпс на вальках. Мало. ДЦшники по 40-50 дают. ДЦшники не люди. Почему? Ну хуй знает. А я, кстати, это на вальках посчитал. Типа, 40 щита, ДЦшкой нужно давать 12 щитов в секунду, чтобы давать тот абсорб, который пишет этот Томми. Я так понял, он засчитывает абсорб именно с щитов, именно самих валик. С валик он считает, да. Поэтому такой и абсорб пишет. Не-не-не, он там пишет сумасшедшее количество именно применений щита. Потому что там типа какая-то полбоя было и 812 щитов. Я посмотрел, что там бой длится там 2 минуты, пусть будет. Просто разделил, сколько типа щитов ты должен давать в секунду. Там, ну, сумасшедшее какое-то число получилось. А, да, я не знаю. Что да. Он просто накручивает количество щитов кидаемых. Не знаю почему. Я думал, это именно считается то, что именно валиковские щиты не засчитываются. А может это 4-4 так стакается? А когда в Т5 выходили, помните, как паладины по 700 тысяч ударяли вальк? Вы сейчас о чем? Не, ну мы сейчас просто как, вальки вспоминаем. Как Details записывает. А это не только Details, это и склада, и хиллбот будет, и этот, и рекаунт. Они все, на вальках оно ж багается. Там идет сейчас абсорб от сферок, и он... Его аддон видит, но он не понимает, откуда он идет. То есть видит, что уменьшается. А от чего это уменьшается, он не видит. И он приписывает это ДЦшке. Либо на волонир, либо на щиток холипаловский. То есть он приписывает это, но он не понимает, откуда это. Еда, пишешь на аргон, ГГС не пишешь на аргон. Вот. Ты знаешь. Показывает, что щиточек... Было применено 649 щитов у этого вот приста, который я линканул, за минуту 42. Да, ну это все знают. Ну, те, кто в теме хилов, они понимают, откуда, что это за абсурд или что это. А голову кто выиграл Магеридона? А ты тебе не дал. То есть у него должно было быть 6,5 щитов в секунду применяться. Я тебе просто не дал. КПшку сейчас начислю. Дайте, пожалуйста. А может его не тыкать. Что у нас в воскресенье, ВК, да? В воскресенье ВК 25, надеюсь, там за пару часов управимся. Да за один час справитесь. Я верю в вас. Ну, за один вряд ли. Так, стоп, еще раз, воскресенье, да? Да, воскресенье, ВК 25. Ну, прошлый раз мы убили за 40, по-моему, минут 4 боссов, или за 50 минут 4 боссов. А потом еще почти 2 часа сидели на Анубе. А что, понерфили ВК еще раз или что-то не в курсе? Нет.
А Саня добил последнюю шмотку свою? Мы били сегодня с пугами. Там два раза врезался рев, и все равно убили. Не расслышал. Они не писали, слушай, еще раз про этот... Про нерв. Еще один. Вообще как-то странно, он два раза врезался, блин, представь. А Саня добил последнюю шмотку, которую он выбивал? Понятия не имею. Да он опять сейчас на X2 уйдет. Думаешь, он, по-моему, сейчас на работу уезжает. Больше или куда? Не, он на работу уезжает, это тоже, да. Самонёты? Здесь танчит у нас Хрипатый и Расмус. Самонёты. По Хрипатому у нас... А ты резнись, чтобы на тебя смотрели? Да, я бы с радостью. У меня тут прессует какая-то гильдия. Там тукан. Это уёбки. Испалин два шага назад. Испалин, тыкнется кто-нибудь. А, не успели. Че, пошли выйдем, блять, хули. Мы все тут 20 человек. Да, а что маги-то? Они здесь. Меня... Я здесь только что прилетел. Зайди просто в инст, ты в инсте объяснись. Да я бы с радостью. Я успел с инста выйти. Он не доходит. Сколько их там? Ой, ты какой лестница. Все к тебе дорезу. Пока смоньте его, но тихо. У нас Хрипатый танчит черепочек крестик. Расмус танчит троих. Расмус, ты же справишься с тремя? Да. Отлично. По Хрипатому кидаю эльфик расовую на альт-эльфов. Первый я. Потом... А потом Эршам. Эльвира, короче, просто будет Эльвира. Эльвира, кидаешь ты расовую спустя 10 секунд. Кто у нас еще есть? Секси Тролл, Даргул, Некс. Дейзер не симонишься. Я не слышал, что он там говорит. Повтори, пожалуйста. Ты Дейзер фласку не выпил. А, ну понятно. Фласку пейте. Не, у нее алкашная есть. Сумоните, пожалуйста. Ну вот шкаф уже пропал. Ты фласку не выбил, походу, тебя не сумонит. Забагалось что-то у тебя, хуй знает. Ладно. Еще раз. Давай твой будет тогда. Третий. Расовая в Хрипатова. Чтоб его не убил. А что, типа, без фласки не сумонит? Бывает такое, да. Вилогнись, вилогнись. Не, у него просто, наверное, забагалось, потому что ему пришел сумон, когда он был мертвым. Значит, написано. Сейчас, релогаюсь. Ну, это... Кидаты, наверное, тебе будет про хил Расмуса в приоритете. Все остальные на Хрипатом. Я так, ну почему курить запрещено ты? Пришел тебе с ума? Либо я еще не подписался. Где исполни? Ну не сумоните. Сейчас я говорю, я наверное не прогрузился еще. А, возможно, возможно. Ну все. Я понимаю, ты не так живешь, что у тебя тут лагает, я не пойму. Да, у меня так же лагает. Исполин. Месье.
Я, чтобы тебя восстановить, надо пролистать кучу сообщений в журнале, журналом, чтобы найти, когда тебе там срезался ЕП. Да похуй так написать, и все, блядь, навскидку. Кому какая разница, это же шаман хил. Ну, прикольно. А, что? Ну, а, Кару, одно? Флеш готово? А там что? Тогда оптикс, раз ты в танк аспектнулся, давай, ты забираешь короля, уводишь его, ну, там, где сундук появится. Раз у нас треугольник пищит. Луна на тебе. Хрипаты на троих. А, на стоме он. Бля, мутаните его. Кто-то там мутанул. Это у Дуата. Рейзер готов? Все, все готовы. Давайте ПМ пул. 5, 4, 3, 2, 1. Хрипаты побежал. Прожми сразу. Король в рейнге, если крутиться будет, мелики, уходите. Лицом не торгуйте. Мелики крутится. РТД, похоже, тоже получится. Умрете. Кого мы добиваем, в крестик играем. Ух ты. Оптик забери, Ома. Стоматолог прожмись. Раз мы забери, это... Прохил сейчас. Кого забрать? Короля. Войд подними, Хрипатова. Кто он тебе? Да, чего он мешает? Все, я даю Хрипатому, да? Даешь. Не знаю, что ты даешь. Ты стоишь там это с двумя парнями. Все, хорошо. Кару, подними Сузу. Дичь, подними стоматолога. Ну, подача дается. Ну, вот я отошли. Дайте кулак по вору, сейчас я подойду.
Все, сори, тут. Тут экстренная ситуация была. А ты отходил? Ну да, у меня джинтоник закончился. Ну это серьезно. Очень, согласен. Очень срочно. Крипата, сорян. ДКшный токен. ДК Хант Макхок. Ну, Абри уходит. Ну, цирка 3-4. А у Абула? Цирка 3-4, да. А Абула что там? Абула на холик в ТФ, я ему вот этот... Отдавать буду. Это 9-й, 2-й. Ой, 3-й. 58-й токены. А, ну вот, один. Чума низ. Ау, а, клава? Я вот я ханту 4-4, да? Ты ж не сильно обидишься. Если я, то нет. Хорошо. Держи, ДЦ. Начнешь дамажить хоть. Ого, все, праздник. Ну, вот там пояс, я бы сейчас на шаман лаврал, говорю, с удовольствием. У меня до сих пор 226 сельдуара крафтовый, блядь. Ого. Ну ничего, вот. Ты еще чуть-чуть подожди, там это, ну, CLK скрафтишь. Я не знаю, я вот, сука, за шамана ходил, ну, где-то 10-15 кд, блядь. Там же не крафтится CLK, там же это боешный. Ну да, там за... Там не боешный, там за УД. Да. А, убиваю. И запястье давайте. Серьезно, надо следующее когда сделать, то что за ГП только 3 не пушки там. И ты что? Ну да, ну а чё, блин, ну люди КП теряют. Я же в них ещё могу дырку засверлить, и там будет 3 сокета, правильно? Да, это атопа выбрасывает. Да. А чё, контент уже не топ, типа, сейчас уже и Карагер, и ВК, все такое. Проходило. Ну, чтобы их проходить, нужно хотя бы как-то одеться, да нет. Ну, я и говорю, поэтому 245 шмот сделать... За ролл. Текста дашь это более? На Т4 там трини и пухи за, уже за КП. Ну, а может что-то поменьше сделать. Давайте, я подумаю, к следующему рейду, возможно, действительно так имеет смысл сделать. Если сильно хуже, пусть забирает себе, у меня есть 245. Не, он, я ему на распыл отдал. Хуя себе. Дерзко, однако. Я помню, за такие убивали там просто в углу. Ну да, вначале-то точно. Они очень убивали. Тюрепку поставлю. Чё по танкам, Дон? А, Хрипат и Расмус. Опсикс, да, спехнулся уже. Да, Расмус. А, Хрипат и первый танчит. Все равно сорвет рано или поздно, наверное. Расмус, старайся быть вторым. По комнате рассосались, арчак, в принципе, все готовы.
Я думаю, что Сатрио нужно за приор отдал. Запом. Что? Ничего, хорошо. Блять, понятно. Хрипатый, заебал ниндзя пулинг делать. 4, 3, 2. Еще раз там до КПшку. Ну, типа, спасало. Дольше пить будем же. Паешь, сокрова дашь под этот притяжение? 4 секунды удар. По приору, по приору. Кудлик. Агро сбрось. На Расмуса после, на пул. Сашка дашь. Мотал, умрешь скоро такими темпами. Сарву дадите кто-нибудь? Миллиард подадим. Литл, дай стоматологу Сарву. Оптикс тоже. Ирен Бризер тоже. Все закиньте в него. Три сальвы на нем. По ком. Уже три сальвы на стоматологе, все нормально. Все, хорошо. Понять, что не могу. А что так парирование дохуя? Сколько у тебя мастерства? 26. Вы умрете. Так мало. Я вообще что-то в последнее время мором начал промахиваться. Да с этим, с меткостью что-то сделали уже давно. Но я мору это вообще заклинание. Да. Ну, такого не было раньше. У меня 14 меткости. Плюс талант на 3. Может, трассовые некоторые не работают. У меня 9 меткостей, типа 8. У ДКшки я промахиваюсь иногда этим. Плюс мором или ОПшками. Пиздец. Одну у меня втор... сейчас 5 ну, 16 надо. Ну, ДКшку, а Вар... Ну, Вар и так символа берет, а ДКшки... Ну, просто надо. Подожди, ну у меня 17. У меня талант на 3 и 14 своих собрано. Там же, по-моему, 14 надо. Нет, 16. Ладно, ну, СПДшный кап это 17 же. СПДшный да. 18. Я в ПВП хантом 6% начал бегать. Там 17 копеек мне, конечно. Ну, грубо говоря, да, 17. Самовах поменьше стойте.
Дайте гимн на ману. И тотем. Куда ходит? Все, да, ладно. Вы умрете. Зурки не везуч. Да Кару ко мне подошел, блядь. Вот, если достаешь, Берни Зоркова. Он Кару бил, пусть Кару резал. А, ну он или Кару. Вот этот. Раз бульба в обратную сторону, я тебя убил, я тебя и поражу. Ебать, а чё он такой огромный? Я тебя породил, я тебя уничтожу. Ну он только наоборот, да? Я тебя убил, я тебя и резнул. Ну я резнулся и завал, сразу меня убило, блядь. Ну вообще не твой день, слушай, Зорки. Да, пиздец, блядь. Ну, наконец-то. Четвертый кусок. Портал ранковая. По-моему, там четвертый кусок. Ренбейзер. Да не, давайте по роллу, нормально же. Нормально? Что начинается? По консул, по консул. Так прыгайте в ТП, кому там что не надо. А, флеш тебе нов, окей.